Ну что, вот приехал в такое симпатичное местечко. Сейчас попробую покидать на поплавочник. Посмотрим, что с этого выйдет. Ну вот вроде здесь можно, не знаю, конечно, что за глубина. Сейчас будем мерить. Можно, в принципе, и спиннинг покидать будет. Промежуточек нормальный. Но зацепов может быть, конечно. Короче, посмотрим. Тихо, спокойно, но клёво нет. Но красиво. Ну и, конечно же, отпускаем малышку. Давай, плыви. Конечно, без сумасшедшего клёва, но часик повтыкать лучше, чем в телефон. На удочку. Хорошее местечко, красивое. Ляпота. Дорога, конечно, на рыбалку такая себе. И это в черте Киева, ребята, чуть-чуть в сторону. И вот такая вот офигенская дорога получается. Ну, вот такая вот дорога здесь. Будем сейчас ехать. Всем привет! Сегодня я на таком вот лягушатнике. Сейчас начало 10 утра. Озеро рядышком с тем, что вчера ловил. Посмотрим, что здесь будет. Говорят, есть карасик, красноперка. Ну, такой вот вид. Вот так для удобства, смотрите, как сделали. Можно подальше кидать. Но пока клёва нет. 5 минут прошло. Ничего. Корях, конечно, здесь хватает. Ну, для рыбы здесь кайф. Тут, блин, прыгает. Такая прикольная. Значит, она здесь есть. Так, была уже первая поклевка, притопила, но не успел подсечь, завтыканил. Сейчас будем смотреть, может получится. Поставил и опарыша, и червя. Один раз что-то дернуло и ушла куда-то. То ли карась какой-то интересный, то ли верховодка непонятно. Сейчас подождем. Ну, погодка сегодня вообще супер. Ветра нет, тепленько уже. 11 сентября. Ну хорошо. Ждем поклевочку.
короче, в этом месте постоянно какая-то большая рыбина плавает, кипиш наводит. Ну а так в остальном, хотя вот с этой стороны вот здесь люди сидят, ничего у них не клюет, так же самое. Не знаю, то ли рыбаки неправильные, то ли рыба. Там мужичок тоже вот сидит, ничего у него не происходит.